Друзья, я заметил объект. Это планета Земля. Я хочу посмотреть на нее поближе. Красивая какая. Ошибка. 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 На Земле уже существуют беспилотные летающие аппараты. Только земные жители не знают, как использовать их. Играют с ними. Срочная телепортация! Срочная телепортация! Срочная телепортация! Срочная телепортация! Привет, меня зовут Робот-бот. Я с планеты будущего. А вы знаете, что сейчас ученые работают над беспилотными аппаратами? Мы с ними уже играли. Моя земная задача рассказать о них. Знаете, как их еще можно использовать? Этот беспилотник для перевозки людей силой мысли. А этот беспилотник, который может перевозить грузы с одной точки в другую, как СМС-сообщение. Спасибо, бот, мы всем об этом расскажем. Миссия выполнена, привет.